Четвертое описание о жизни Иисуса Христа от ученика Иоанна. «Путь Божий есть ежедневный крест. Никто не восходит на небо, живя прохладно. Богу не угодно, чтобы беспечным был тот, кто ему посвятил себя всем сердцем. Никогда твой отход от Бога никому не принесет пользы. Гордость рождается в душе человека от непонимания себя самого, порождающего тщеславие, по которому думают, что имеют что-то, тогда как ничего не имеют. Успокоение ради сластолюбия бывает смирением с дьяволом. Начало мудрости – это мысль о Боге. Глупцы только презирают мудрость и наставления. Почему же не спасаются люди? Потому что не хотят. Нет, я не могу. Есть я не хочу, которая любит скрываться под «я не могу». Дьявол не имеет власти над человеком без нашего на то личностного согласия.